Доброго всем времени суток! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои любимые любительницы, девочки и девочки! Потому что этот обзор для девочек, девочек-красавиц, кто очень любит себя, кто в поисках каких-то новых инноваций, что-то ищет для себя. Я для вас, мои хорошие, кто на меня подписан, я снимаю обзоры и показываю, какие я прохожу процедуры, что я делаю. На данный момент мне 42 года. И за свои сознательные года я ни разу не делала никаких инъекций, абсолютно ничего, без этого обхожусь и, как видите, неплохо выгляжу. Очень много вам снимаю, какие делаю процедуры, прессотерапию, РФ-лифтинг, все это вам показываю. Вот данная процедура, можно ее делать в домашних условиях. Я зимой ходила на РФ-лифтинг, мне очень сильно понравилось, но процедура это не из дешевых, мои хорошие, я вам сразу говорю, и я решила себе приобрести вот такой вот чудесный аппарат. Я вам сейчас его покажу, как он выглядит. Это РФ-лифтинг в домашних условиях. Его можно выполнять. Выглядит он вот так вот. Брала я его в интернет-магазине. То есть это не реклама, я брала это, девочки, для себя. Я вам хочу сказать, я очень много подыскивала и смотрела, чтобы взять такого действительно, что работает. Что эффективное? Значит, что сюда входит? Подставочка, подставка. Входит сам вот такой вот прекрасный мини-аппарат. Вставляется он на зарядочку. И, конечно же, идет сам шнур. Шнур USB, то есть вы можете подключать куда угодно, даже к компьютеру. Я к компьютеру могу его подключить. Он у меня заряженный. Сейчас я вам покажу, что для этого нужно. Девочки, что он делает? За длительное время я заметила, что уменьшается носогубочка и подтягивается сам овал лица. Уменьшились гусиные лапки и подтянулась века. Чули, что для этого нужно? Я приобрела вот такой вот гель. Этот гель с гиалуроновой кислотой, он необходим обязательно. Для чего? Для скольжения. И, конечно же, тут есть компоненты, это корея. Я брала в интернет-магазине, это косметики. Я еще беру мезококтейли, но, к сожалению, у меня его уже нет, он закончился. Когда я еще куплю, я обязательно вам покажу, если будут вопросы, я вам покажу, какими мезококтейлями я еще пользуюсь. Там большое, огромное количество, конечно, там маленькая емкость, 5 мг, 5-10, и цена его 200-230-250 гривен. Хватает его, я бы не сказала, чтобы надолго. Этого цена 380-400 гривен, такой вот гельчик. Значит, здесь все просто, девчули, смотрите, тут включается, тут очень много режимов, смотрите, это красный цвет, выбираете себе зелененький, синий, очень плохо камера передает цвета, желтый, то есть фиолетовый, здесь 6, раз, два, три, четыре, пять цветов. Что дают эти цвета? Один для жирной кожи, один для увлажнения, другой для питания, для увядающей. Самый мощный это красный, это для увядающей кожи. Выставляете регулировочку, он у меня заряженный, видите, вот зарядочка. Что мы делаем? Вам небольшое количество геля, сейчас покажу даже, как я это делаю, чтобы вы понимали, что я этим пользуюсь. То есть я пользуюсь зону декольте полностью. Выставляется это режим на 10 минут. Если хотите, если вам удобно, каждый день вечером, если у вас кожа в очень плохом состоянии, желательно это делать через день. Каждый день, потом делаем через день, потом делаем два раза всего в неделю. Но вы смотрите по состоянию кожи. То есть наносите этот гельчик, и он впитывается, девчули, он впитывается, и свое действие тоже. То есть вот эти сыворотки, они способствуют, они более сильно работают на вашей коже.
Если обычный крем, работает всего на 2-3%, чтобы вы понимали, если вы надеетесь на крема, вы на них не надеетесь, от них толку никакого. То есть это просто питание, увлажнение и все. Если вы хотите действительно какой-то результат, вам нужны вот такие вот аппараты и вам нужны средства, которые будут взаимодействовать вместе с друг другом. То есть этот аппарат, нельзя его водить по коже сухой или по тальку обычному, как дерсонваль, этого делать нельзя. То есть 10 минуточек вы себе вводите. Как я делаю? Я делаю участками, потому что гель очень быстро впитывается. Если вы нанесете на полностью на все лицо или на зону декольте, он у вас быстро впитается, вы не успеете обработать зону декольте. Поэтому я вам советую делать маленькими участками. Девчоночки, девчулечки, я вам скажу, у меня кожа стала в очень хорошем состоянии. Мне она очень нравится. Мне, наверное, лет 38 такая кожа не была, как сейчас. Можно его даже подросткам, то есть вот такими вот движениями, вот такими вот приятными вы делаете. Хотите, делайте медленно, потому что здесь вы почувствуете подачу тока, и как вибрации никакой нету, будет именно пульсировать и как захватывать немножечко вашу ткань, щечки ваши, вы будете чувствовать. Особенно чувствуется вот эта зона, где возле носогубные и губки. То есть медленно, не спеша, 10 минут идет сам 10 минуточек на эту всю процедурку. Сначала делаем овал лица, потом переходим, как хотите, начинаете с зоны лба и дальше под глазками, гусиные лапки, носик можно. Полностью все прорабатываем. Под глазками прям вот сильно будете чувствовать, как у вас очень сильное тепло. Очень приятно. Красное, как я уже сказала, это для возрастной кожи. Зеленый. Я его использую, для, если мне нужно выглядеть свеженькой, быстренько. То есть он как идет, как, наверное, увлажнение. Выключается обратно желтую кнопочку. Очень просто в употреблении. Дома для девочек это незаменимая штука. Я очень часто смотрела многих блогеров, и, конечно, там у них очень дорогие, им присылают на обзор, они их не покупают. Но я вам не рекомендую покупать для себя супер дорогое средство, если это работает, почему бы нет. Его цена на сайте 1500. Девочки, я его купила за 780 гривен. Я вам посоветую, покупайте под праздники или Новый год, когда вот большие акции, 8 марта. Очень большие скидки. Вот такая вот красота. Включить, выключить, все просто. Все просто. В конце работы я спонжиком это все вытираю, обрабатываю. Вытерла, а потом еще обработала антисептиком для последующей вашей работы. Хранить, как вы хотите, храните. Можете, не знаю, коробочки. Я коробочку специально... Коробочку эту я специально для вас не выбрасывала, чтобы все показать, потому что мне она как, собственно, не нужна. Здесь описулечка есть, все можно в этой книжечке посмотреть. Конечно, тут русского языка нету, но в любом случае разобраться можно, ничего сложного нету. Очень многие мне писали, кто смотрит меня, говорит, у вас очень много коллагена. Нет, мои хорошие, это все вот такие вот чудо-средства, тем более сейчас их очень много, разных, эффективных, которые действительно работают. Я долго-долго не снимала этот обзор и думала, пока не проверю, я не буду убеждаться, что он реально работает, я его снимать для вас не буду. Пустой обзор и нету смысла. Он мне пришел перед Новым годом и по большой скидке, как я уже сказала, полцены. Конечно же, я его взяла, потому что цена была очень смешная. Вместе с этим гелем мне он вышел даже меньше, чем его себестоимость. И вот настолько у меня хватает геля, но я брала не за коктейли, как я уже сказала. Разные, для возрастной, для увядающей кожи я уже беру возрастные.
Я знаю, что у меня на канале девочки из разных возрастов. Я надеюсь, девчулечки, что мое видео было для вас полезным, вы что-то для себя найдете новое, потому что не у всех есть возможность ходить в косметические салоны и делать такие процедуры. Одна такая процедура, чтобы вы понимали, 15-30 минут стоит 300-350 гривен. 40 минут зоной декольте, вы сами понимаете, это плюс, еще плюс 450. 500 гривен стоит одна процедура. Их нужно как минимум 10, потому что от одной процедуры ничего не будет. Делать всегда нужно курсами, как я уже сказала. Данную процедуру я делала каждый день и раз в неделю. Сейчас я уже делаю раз в неделю. Если я знаю, что нужно мне очень хорошо выглядеть, быстренько делаю такую красоту. Я очень хотела снять этот обзор для вас, поделиться своей покупочкой, своим приобретением для нас, как для женщины, очень даже нужно. Девчонки, пишите свои комментарии, чем вы пользуетесь, мне тоже очень интересно, делитесь со мной, потому что очень многие тоже пишут мне интересные вещи, советуют. Большое вам спасибо. Я всех обнимаю, всех целую, всем до свидания, всем хорошего дня. До свидания всем.